как благословение вас взять. Спасибо. Господи, помогай вам, Господи. И мы хотим с вами поздороваться. По мне адрес. Хорошо. Здравствуйте, можно я с вами поздороваюсь? Здравствуйте, очень приятно. Спасибо большое. Ваше все самое доброе. Здравствуйте, в студии Елена Красовская со сводкой последних новостей Новороссии. Огромная толпа горожан пришла сегодня на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах и тем самым доказать хунте и всему миру, что Новороссия – независимое государство. Аналогичная ситуация во всех остальных населенных пунктах, освобожденных от украинской оккупации. В ходе выборов в Донецкой Народной Республике Институт общественного мнения организовал экзит-пол. В ходе работы социологи отмечают, что с утра и до сих пор большинство опрошенных отдают свои голоса за нынешнего председателя правительства ДНР Александра Захарченко и общественную организацию «Донецкая Республика», лидером которой является зампредседателя Совета министров ДНР Андрей Пургин. В результате обстрела блокпоста вооруженных сил Украины номер 29 на трассе Бахмутка украинские каратели понесли большие потери. Точное количество не сообщается. В связи с попаданием снаряда ополчения в блиндаж блокпоста. Ополчению достался еще один трофей. Фашисты бросили заглохший на обочине танк. Бригада ремонтников его вытащила и поставила на ход. Теперь он служит Новороссии. А еще некоторым бойцам удалось обзавестись редкими винтовками ВАЛ. Правда, без оптических прицелов. Ассортимент вооружения ополченцев становится все более разнообразным. Пятый гуманитарный конвой пересек границу с Украиной. Гуманитарный конвой МЧС России, состоящий из более 100 машин, разделился на две колонны. Одна отправилась в Донецк, другая в Луганск. В общей сложности в эти регионы будет доставлено более 1000 тонн гуманитарных грузов. Это продукты питания, медикаменты, топливо и стройматериалы. Это были самые важные новости. В студии была Елена Красовская. Вся правда о Юго-Востоке на информационном канале Анна Ньюс. Удачи вам и до встречи.